Строительство онкоцентра в Набережных Челнах начнется уже в этом году. Об этом также сегодня на утреннем объезде с журналистами рассказал Наиль Магдеев. Напомню, подтверждение появления такого объекта в Автограде появилось еще в 2017 году из уст бывшего министра здравоохранения республики Аделя Вафина. По проекту онкоцентр будет представлять из себя современный амбулаторный центр и центр лучевой терапии, что позволит использовать новые методы диагностики и лечения для того, чтобы снизить смертность от онкопатологий. Работы в этом году начинаются. Должны пройти конкурсные процедуры. Так, смертная стоимость более 2 миллиардов рублей. Работы в этом году начнутся. Там федеральное и республиканское финансирование в рамках подготовки и проведения 50-летия КАМАЗа. Месторасположением центра станет территория БСМП. По словам мэра, свою лепту в появление необходимого объекта здравоохранения в Челнах внесли президент республики Рустам Миниханов и депутат Госдумы Альфия Кагогина.